Мы с вами сидим в Москве, и какой политик, и какой президент нужен Украине, должна решать, собственно говоря, Украина. Это не наше с вами дело. Наше с вами дело было защитить права граждан России на территории Украины. Наше с вами дело было, там, может быть, высказаться на тему Крыма и того, что с ним происходит. Какой политик должен быть и нужен Украине, пускай решают сами украинцы. Потому что я очень сочувствую этому народу, но они, по-моему, сами не ведают, что творят, и уж точно не очень понимают, какой правитель им нужен. И уж точно я бы не стала говорить о том, что какой-то политик из России нужен Украине. У них пусть тот, кто там родился, там пригодился. Вот пусть они сами с собой разбираются.